people that are starting to sponsor, you know, that are living in Australia, sponsoring people in Russia, living in Canada, sponsoring people in Russia, and all over the place, where we're literally starting to see thousands of people coming in. So it's a great time for Hitesh to take this and really walk through this. So I think you guys are all going to be excited. So without further ado, Hitesh, let's tell them what we got cranking here. Well, I'm going to translate for you, buddy. Yes. Здравствуйте, всем доброго времени суток. Добро пожаловать на этот звонок, этот специальный лидерский звонок для русскоговорящего рынка. Господин Кен Эглстон приветствует также и хочет поделиться с вами, познакомить вас с теми людьми еще раз, которые присутствуют и будут участвовать в этом звонке, а именно это основатели компании. Также у нас есть вице-президент по глобальным продажам присутствует на этом звонке. И сегодняшняя задача это с вами вам рассказать о том, что сейчас происходит, какие процессы мы уже успели запустить и улучшить, а также, конечно же, очень приятно видеть, что та основная команда, которая начинала работать на русскоговорящем рынке, то есть в России, в Украине, в близлежащих странах, что эта команда разрослась, и сейчас люди спонсируют партнеров по всему миру, то есть можно находиться в одной точки земли, спонсировать человека из Австралии. Это все очень замечательно, то есть мы видим, что мы находимся в отличное время, и что сейчас происходит тот момент роста, которого мы все ожидаем. Я так понимаю, что сейчас передадут слово Хитеш. Господин Эглсон хотел бы передать слово Хитеш для того, чтобы сделать вступление в те новшества, о которых будут сегодня говорить. Thank you very much, Ma. We're going. Thank you. Please, Dash. Sorry. Yep. So thank you very much, Ken and Maya, obviously, for translating that. I'm very excited to bring this update to everybody, especially the Russian team, because you have been a very, very strong force for us, and it's just exploding over there right now. То есть всем еще раз здравствуйте, я Хитеш, и сегодня хотелось бы рассказать лично, сделать вступление о тех обновлениях, которые мы уже успели сделать за последнее время, и, конечно же, российская команда, русская команда для нас является очень сильной опорой, и как мы предлагаем это большой потенциал, поэтому, естественно, мы хотим проводить максимально тесную работу с этой группой. Many Russian leaders and partners have made thousands of dollars already in the last one month alone. За последний только месяц большое количество русских лидеров уже заработали приличные, очень приличные деньги с нашим проектом. Including, I want to congratulate Alexey Fomin, who has just crossed 40,000 in earnings in his first month and a half in the company. И, конечно же, я в первую очередь хочу поздравить господина Алексея Фомина за то, что он действительно уже переступил тот барьерчик больше 40 тысяч долларов за месяц работы. And many leaders like Vitaly, Olga, Dennis, and many others who have also made thousands of dollars already. И, конечно же, такие лидеры, как Ольга, Денис, Виталий и другие лидеры, которые уже заработали большое количество денег в этом проекте. Maya, this is thousands of US dollars, so we're seeing some very good success with many of our Russian leaders. Уточнение, что говорится именно уже о тысячах долларов. И, естественно, это серьезный показатель перспективности этого бизнеса. And what is really encouraging is that we have many partners and leaders even from outside Russia who are now building in Russia. They're building Russian teams, they're bringing in Russian customers, and they are also generating very, very strong incomes, as we can see many of the accounts here on my screen with tremendous earnings. И помимо того, что люди, сами россияне, сами русские участвуют в этом проекте и зарабатывают уже тысячи долларов, помимо этого, с разных других стран наши партнеры используют возможность работы на русском рынке и также получают замечательные результаты.
And keep in mind that most of these earnings have been made so far with no rebuilds at all. We have not run rebuilds for this team, for anybody in Russia. We actually haven't run the rebuilds on majority of the users. What do you mean rebuilds? Sorry. So we have only billed them once. We have not billed them again. So they'll actually see their business volume grow a lot when we actually rebuild for the first month. Receiving the bill. Конечно же, вы видите, что большая команда растет, и люди зарабатывают не просто, то есть в конечном итоге, когда вы видите отчет у себя в бэк-офисе, вы можете наблюдать, что большая группа, и она растет. Itesh, if I may. But we are obviously not satisfied. Yes, go ahead, John. Sorry, I would just to help you, Maya, what that means is that for all those leaders to do as well as they're doing, that's a lot of new people that are still joining the business that are generating those terrific incomes. New in terms of they've never been exploded to... Yeah, first time signing up, and that's what's creating those large incomes for the leaders. Да, также, что немаловажно, мы видим, что большое количество новичков приходит в команду. Группа действительно растет благодаря новичкам, новым партнерам. С самого старта люди строят свой бизнес. So we're obviously not satisfied with thousands alone. We are very happy, and this is better result than most people will see in any company. But we are not satisfied, so we are making some even more enhancements to for the month of March to help our leaders earn even more. И, конечно же, мы рады этому росту, мы удовлетворены на некоторые проценты, мы уже рады тому, какие результаты предоставляет этот рынок, но мы хотим большего, мы хотим продолжать и помогать нашим лидерам зарабатывать еще больше. Каким образом? Все будет благодаря тем улучшениям, которые особенно сконцентрированы к выпуску в марте месяце. So Ken will go over some of the details and John will go over some of the details on what are the things we are doing, including allowing national managers to earn from Infinity Pay. И, конечно же, это только, скажем так, начальный этап о том, о чем мы будем сегодня говорить, и Кен и Джон будут говорить об этих обновлениях более детально, потому что, естественно, это все приведет к тому, что бизнес пойдет гораздо с другим потенциалом. Itesh, last week Jason and I, we actually did screen shares of all of those modifications, so fortunately the field has been brought up to speed and all of that. We'll mention it again, but that's all was done 6 days ago. Right. I just want to make sure that we repeat it, just so everybody's familiar with it. Сейчас говорится о том, что вступили большие изменения. Мы, к сожалению, сейчас не сможем показать прям конкретно все на экране, но за последние 6 дней было произведено большое количество модификаций в системе, которые мы дальше более детально обсудим сегодня. So, over the first 2 months, we've had multiple tens of millions of dollars made in sales on the e-commerce side already. За последние месяцы по части электронной коммерции было заработано миллионы долларов уже. And as of 3 days ago, after some discussion with Amazon, we are now able to show real-time tracking on any sales that happen in Springboard as well as non-Springboard sales. И за последние 3 дня совместно с Амазоном мы добились такого результата, что мы будем отслеживать продажи, которые не только были осуществлены с помощью Springboard, но также которые выставлены на других источниках, таких как Amazon. So let me show you an example of it. If you have any internal FBA products that you purchased in Springboard, и вот сейчас я покажу вам пример. Например, если у вас есть какие-то наименования товаров, которые были специально вручную отобраны благодаря нашей системе,
then you will see over here, you will be able to come in and look at the sales history for any products that have already started selling on Amazon. Вы когда сможете, вы когда будете смотреть на наименование товара, вы увидите ячейку, которая называется Check History, вы сможете посмотреть на все, на историю продаж данного товара на сайтах. So, in this example, over here our users spent $77 to purchase 7 of these items, as you can see. Мы видим здесь, в этом примере, что наш пользователь купил 7 наименований данного товара и вложил в $77. And as you can see, the order status says it has now sold out on Amazon. И вы видите, что статус этого заказа, видно, что оно продано на Амазоне. So if in these cases, you can click on the Check History button, and it will show you when the sale happened, what the sales price was. И вы сможете проверить историю продажи данного товара, когда именно, какого числа продался этот товар, и за какую цену, за какую стоимость. And when this income from having sold on Amazon will move to your Infinii account, and that date is 15th of March for this user right here, as you can see. И также мы можем видеть, когда прибыль, которая была получена при продаже данного товара, когда она будет далее переслана вам обратно в бэк-офис. So this real-time tracking, which Amazon has approved for us now, allows members to see when sales are actually happening on their products. And so far, we have sold about 9,000 individual products from Springboard alone in the last month and a half. Это возможность, это новшество, которое было совместно разработано вместе с Амазоном, где вы в реальном времени можете отслеживать историю и как движется товар. Это поможет в конечном итоге, то есть за последний только месяц, за последние полтора месяца мы видим, что более 9000 наименований товаров было продано с помощью Springboard. And the same level of tracking is also going to be displaying for third-party products after March, since we are a month ahead on our internal FBA. И такая возможность отслеживания в реальном времени товара будет также доступна для товаров, представленных третьей стороной, уже после месяца марта мы сможем получить возможность отслеживания товаров третьей стороны. And we currently also have more active products available for Excel and Surge members especially, as you can see, many are available right now for those who are looking for more Springboard items. И как вы видите в данном примере, для пользователя программы платформы Excel уже присутствует гораздо большее количество интересных наименований товара, что позволяет возможность делать также другие закупки. And of course, in the grand scheme of things, Springboard is relatively a very small piece compared to the overall earnings you can have on the e-commerce side. And for that, we also have our product specialist from Europe, Bill Papaharalampos, on the call with us. And I would like to introduce him, and maybe he can share some results as well. Также как хочу заметить опять-таки, что Springboard является все-таки не самой большой долей возможностей и потенциала нашей платформы. И поэтому сегодня у нас на связи наш главный специалист по Springboard, это Билл, и я надеюсь, что он расскажет более детально о полученных результатах уже. And Bill, before I pass it on to you, one more thing that we have done recently is, as we discussed before, we have developed one more part of Infinii that will allow members who would usually have difficulty to sell on e-commerce using things like Shopify.
И, конечно же, одно из новшеств, которое мы предлагаем, прежде чем говорить далее о результатах по части электронной коммерции, мы можем помочь. У нас появились такие возможности, где пользователи, у которых ранее были проблемы, мы можем использовать такой application, такой application, как Shopify, правильно? Is that correct, Shopify? Sorry. Shopify, yes, that is the... Yes, Shopify. Shopify, то есть это будет специальная эпка, которая будет, специальная программа, которая будет доступна уже для пользователей Infinii. Unfortunately, to be very effective at Shopify, most people would have to spend $150 to $300 every month. К сожалению, чтобы быть эффективным на этой платформе Shopify, необходимо как минимум потратить $150 to $300 в месяц. So we have developed our own system called Infinii Stores, which members will be able to sell in just like they sell on Shopify and other places, but much cheaper, much stronger in some ways, and will also generate business volume when members do so. Что сделала компания Infinii с этим? То есть мы используем похожую идею, которую предлагает Shopify, но благодаря нашей платформе, это будет называться Infinii магазин, вы сможете делать покупки за более, вы можете использовать все преимущества Shopify, но при этом затрачивать гораздо меньшие средства. So to recap, over the last 2.5 months, since the middle of December to today, we have over $25 million in e-commerce sales from our new members, not old members, but from just the new members. And we have many millions of dollars in sales on our partner payouts and just internally to the system. And we have been able to develop, actually translate that first, Maya, and then I'll continue. Thank you. Что за последние два с половиной месяца, так чтобы подытожить результаты нашей работы, мы видим, что уже более $20 миллионов было заработано нашими партнерами. То есть это клиенты наши совершенно, люди, которые раньше никогда с этим бизнесом не работали. Более того, по выплатам наших партнеров, конечно же, опять-таки, мы видим, что уже миллионы выплачивать мы выплатили нашим непосредственным партнерам, уже лидерам и так далее. We have been able to develop our masterclass program and our trainings in multiple languages, in multiple locations around the world. We have opened up not just Russia, but now we have Colombia and many other countries also opened up, Spanish-speaking countries and so on. So for those of you who are looking to expand even bigger into much bigger marketplaces, we have that available for you as well. И также о проделанной работе мы вышли не только на российский рынок, мы также хотим поговорить о том, что мы вышли на, например, такие страны, как Колумбия, что бизнес развивается по всему миру, и, естественно, испаноговорящие страны – это невероятный потенциал для роста вашего бизнеса. Now, it's very important to understand. Sorry, go ahead, Maya. Sorry, I forgot to mention about the masterclass. Также необходимо, Хитеш напомнил нам о том, что за последние месяцы была проделана работа в качестве мастер-класса. Появилось большое количество тренингов, не только на английском, но и на разных других языках. And during this time, as we are in this pre-launch and we're getting closer and closer to coming out of the pre-launch, it is very important that you all recognize what an important position you have, because you are at the ground level, you are in front of the masses who are about to come in. И, конечно, прежде чем говорить о том, что, во-первых, сейчас мы видим, что официальный запуск компании уже совсем близко, и вы сейчас находитесь в уникальное время. Всегда помните об этом уникальное время нахождения в этой компании, когда сейчас присутствуют невероятные перспективы. And a good example is Alexey,
who positioned himself well. He helped start up, and he was the one of the first people in Russia. Now we have many leaders like Alexei who are in Russia and many other places all over the world. But Alexei is a great example. I would like him to speak to it a little bit, where he has made over $40,000. And like I said, we haven't even run the main rebuild yet. So that earning is going to go up quite a bit very soon here. И, конечно же, говоря о результатах, хочется вспомнить, что ты особенно определить таких людей, как Алексей, и надеяться, что Алексей Фомин расскажет больше о своем успехе. Но это уже замечательный сигнал. Более 40 тысяч долларов было заработано с помощью этой платформы, учитывая того, что он был совершенно... Это был один из самых первых людей, которые начали работать на этом рынке. И, конечно же, это был стартап. So, and just like Alexei, many other leaders as well, Dennis and Olga and Vitaly and many others, but also on the e-commerce side, now we have many, many success stories coming out of Russia and Europe who are of members who are making very good money doing e-commerce. And I would like to have Bill, Bill, if you would like to unmute yourself, maybe speak to that a little bit. Конечно же, помимо Алексея, есть и другие лидеры, которые идут в том же направлении, получают уже замечательные результаты, такие как Ольга, естественно, это все замечательная команда, но у нас помимо использования платформы есть и по части электронной коммерции уже достаточно хорошие успехи, и сейчас предоставляется слово Биллу рассказать более подробно о том, что происходит. Okay. Yeah. So, Bill, if you would like to share some results, go ahead. Yes, I'm here. I'm live. Can you hear me? Yes, we can hear you, Bill. Go ahead. Okay. Thank you so much for giving me some time to share some results on the product side. Because I have talked to many members, German members, Russian members, many international members in Europe, I mean, mostly, and have tremendous, very well results. Because of the trainings we're doing, I believe most of you were watching the international masterclass, and I should pause a bit for some translation. Okay. Thank you. Сейчас, конечно же, хочется рассказать о том, что происходит по части электронной коммерции. И мы видим, что большой успех, невероятные результаты принесла работа наших тренингов. Мы проводим, я разговариваю с большим количеством международных лидеров и членов команды по разным странам, и слышу, что, естественно, мастер-классы, наши международные мастер-классы приносят невероятные результаты. Mm-hmm. Okay. Although I'm based in Greece and I'm making sales on eBay and Amazon myself, on both countries, US and UK, we have tested also eBay on Germany. I just want to mention it for your reference. And as a result, we had made some sales. I'm not speaking German myself, but just applying the same training that I'm going to teach you as well, and also Infinii has with more details in the core products, Prime, Search and Excel, you can be able to sell in every country, every single country you want. Благодаря тому, что я лично, например, проживаю в Греции и уже давно использую и для работы и Amazon, и eBay. Но, например, недавно я столкнулся с тем, что я попробовал, как работает, оттестировал, как работает eBay в Германии. И хочу вам с вами поделиться, что действительно работает. Используя тот же тренинг, используя те же навыки, мы можем, в принципе, работать в любой стране мира. Okay, and I want to share some recent results of some Infinii European members. It's in Greek, but okay, you can get the results. I can translate a bit. This is Vaso. Some days ago, already 11 sold items worth of 705 euros. And next, George. We have some Russian translation as well above, as you can see. In 14 days, 62 sold of only. In only one listing.
Сейчас хочу поделиться конкретными результатами. Это члены моей команды. И здесь вы можете видеть, да, здесь написано на греческом, но цифры понятны всем. За последний месяц, например, Васа продал 11 наименований товаров и уже получил за это 705 и чуть больше евро. Вы видите, что одно наименование товара ожидает еще оплаты. Другой пример – Джордж. И здесь уже, как вы видите, с одного только листинга, с одного товара было продано 62, было осуществлено 62 продажи за две недели. Also another result of our members in Greece and Cyprus in Infinii, this guy called Phoebos in 2.5 days with about 300 views, he sold an item worth of 489 pounds. This is in the UK market. Другой совершенно уникальный результат – это наш партнер в Греции опять-таки. И вы видите, что он за последние два с половиной дня он продал 31 наименование товара, он уже получил, точнее, уже видно, что этот товар отслеживает 31 человек, и он продал одно наименование товара за 489 фунтов, это на английском рынке. And this is Yanis on using the ALC. Yanis is an Excel member. He made a profit in one sale only, 400 USD. This is from his PayPal, from a sale using the ALC on eBay.com. Опять-таки, другой пример замечательный от Яниса. Вы видите, что он получил прибыль в $400, продав одно наименование товара, то есть одно количество. То есть за $400 за такую проделанную работу вы видите его отчет. And finally, meet Olga Miliuk. It's a lady I'm working with here for more than a year. These are her personal results. She's from Belarus, I believe. She speaks Russian and has a very also big team in Infinii. She has sold so far on eBay in both countries, as you can see, US and UK, because in the trainings we will show you after 90 days how to sell in both countries if you want. And she has sold more than 5,000 products worth 200,000 USD in sales. Другой замечательный пример – это наш партнер Ольга Милюк, она сама из Беларуси, прекрасно говорит на русском языке, работает на американском и английском рынке. Вы видите, что за последние две недели она продала более 5000 наименований товаров, и вы видите прибыль, вы видите, сумма продажи составляла более 200 тысяч долларов. And I have personally watched what the Russian partners do, and I want to thank you all for the support you provide to your members, all the team leaders like Irina Anorets, Olga, and etc. And also, I want to announce, as we've talked with the corporate team, with Hites and all the leaders, to announce the new training for the Russian members. That will be as we said tomorrow on Sunday at 11 a.m. EST. That's 7 p.m. Moscow time. Также хочу, конечно же, поблагодарить лидеров, русскоговорящих лидеров, которые непосредственно занимаются обучением своей команды, своих партнеров. И хочу сейчас объявить то, что завтра у нас в 7 часов по московскому времени будет проходить специальный тренинг, предназначенный для русскоговорящих стран. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. We have already got a great feedback from the international master classes and the trainings we did with Germans and other members of Infinii. So I will give my best, and tomorrow you'll have the best information you can get, so you can kickstart your business on eBay and Amazon.
И, конечно же, благодаря этому звонку, благодаря этому тренингу вы узнаете много новшеств, много различных протестированных навыков, которые мы использовали на различных рынках, например, на немецком рынке. Вы узнаете, каким образом быстро начать свой бизнес на Amazon и eBay. That's all for me. Back to you, Hites. If you need me, I'll be here. Это все по части некоторых обновлений и результатов. Передается обратно слово Хитешу. Wonderful. I'd actually like to pass the presentation now on to Ken Eggleston, our VP of Global Sales, and John Kinnear, our VP of International Sales, so they can go over some of the new enhancements for the month of March that have been made to help our partners earn even more. So, Ken, John, if you would like to take over. И сейчас, конечно, передается слово Кену и Джону, которые поговорят о тех обновлениях, которые ожидаются в марте месяце. Ken, are you with us as well? I'm here, John. Oh, thanks, buddy. Now, listen. Do you have the deck from our corporate event with the highlights in red? Do you have that sitting on your computer handy by chance? Let me give a quick look. Thanks. So in the meantime, I just wanted to thank Bill very much. I wanted to thank Maya very much, Hitesh very much for a fantastic presentation so far. И чтобы начать, с чего мы начнем наш апдейт, наше обновление, да, конечно же, благодарю за тех, кто уже высказался, Хитеш, Билл, благодарю за поддержку, перевод, я надеюсь, что все в порядке, если Алексей меня слышит, пожалуйста, подтвердите, все ли понятно, все ли хорошо. I'm just checking if the translation is fine, if they understand everything. But no way back. Anyway, let's continue, I guess. Thanks, Maya. The other thing that I would like to do, and Ken, you just hit me up when you've got that up. Mine was disassembled as I was building something else, so that's why I'm asking. So, sorry, Maya. So, basically, it's very important for our, and we have a full web room right now. There's many, many people listening from all over Eastern Europe and various cities within Russia. Хочу отметить, что наша комната, наш зал, наш вебинар сегодня достаточно наполнен. У нас вижу, что присутствует большое количество партнеров с Восточной Европы, с разных городов России. It's very important that you are Russian Infinii family. Understand how important you are to us as a company. И, конечно же, для меня очень важно, чтобы наша русскоговорящая команда, наши русскоговорящие партнеры понимали, насколько вы важны для нас, для компании. We understand that there's always growing pains as a new company is launching, and we, of course, have been navigating our way through those things. И, конечно же, как вы понимаете, с таким потенциалом, с таким проектом, как у наш, мы испытываем большие трудности и осложнения, чтобы выйти на рынок на полную мощность, но мы отлично лавируем через все эти трудности и преодолеваем, с успехом преодолеваем эти трудности. But we at corporate have been spending a lot of time and a lot of our financial resources and other resources to make sure that everything goes very smoothly for all of you moving into the future with Infinii, Russian, and all over Europe. И, конечно же, мы, наша корпоративная команда, мы инвестируем большое количество времени, ресурсов, естественно, и финансовых ресурсов, денежных ресурсов для того, чтобы максимально помочь этому рынку, максимально помочь командам, российским командам, русским командам выйти на и работать на полную мощь. Also, and if I may point out something. So, a very important thing to recognize here is
despite those growing pains, which remember, we are 60 to 90 days old. Despite those growing pains, we have paid out over seven figures in commissions. Our members have made tens of millions of dollars on e-commerce. And this is the only business of its kind, the only company of its kind that exists right now for the average person. Опять-таки хочу вставить, Хитаж хочет вставить мнение, обязательно помните о том, что мы уже, несмотря на все эти трудности, которые, естественно, для молодой компании выходят на поверхность при запуске нового рынка, несмотря на все это, мы уже выплачиваем нашим партнерам семизначные цифры, мы уже получаем прибыль, пошли замечательные продажи по части электронной коммерции и по основному направлению Infinii. Statistically speaking, most direct selling companies, more than 90%, will never gross even $1 million in an entire year. Мы видим, что по статистике 90% не занимающихся прямыми продажи с трудом выращивают капитал свой, с трудом получают прибыль или рост в $1 million за год. So we are far, far, far beyond that in our first few weeks as a company. Мы как компания перешли этот барьер за первые недели работы. And the Russian team especially has the unique advantage of being the first international market that we went to. И российский рынок собой представляет уникальную возможность, потому что это был один из первых рынков, в который мы зашли, ходили на международное пространство. Over the next 3 to 6 months, you will see a lot of buzz about Infinii as we get profiled by various magazines, by various websites, as we start our own marketing systems up, where we are very good at it, by the way. But as we start our own marketing, there will be a lot of buzz about Infinii, and everybody who is a part of this family right now will get to capitalize on it. И в последующие 3-4 месяца вы будете, что будет происходить большое, много разговоров об Infinii, потому что, во-первых, наша маркетинговая компания направлена на то, чтобы вызвать этот эффект жужжания, да, когда говорят о компании, говорят о результатах. И, естественно, благодаря тому, что она будет услышана, они будут слышать люди, и, естественно, мы все как партнеры мы получим, это для нас будет замечательный помощник для развития бизнеса. And the most important thing on all of this is that this is a company based in something real. It's not a money game, it's based in e-commerce, which is the biggest trend, and we are the only ones that allow our members to actually generate an income, like Bill just shared many results about. И, конечно же, мы особо гордимся тем, что у нас есть продукт, у нас компания, есть основа бизнеса. То, чем она занимается, это не денежная схема или тому подобное. Мы занимаемся в области электронной коммерции. Электронная коммерция сейчас одним из самых трендовых направлений. This is the reason why somebody like Ken Eggleston and John are here. The reason why Kevin Thompson, the most powerful name in direct selling, we are the only company he's ever endorsed and he works with us. This is the reason that I'm here, and this is the reason many of your leaders are here, because they all recognize that this is the only company that has the long-term sustainable business plan that will help all of the members, not just very small percentage. И, конечно же, наша большая гордость, во-первых, это наша корпоративная команда, люди, которые понимают, что это за бизнес, что это за возможность, они, естественно,
принимают вместе работу с нами лидеры, которые присоединяются к компании. Например, Кевин Томас, уникальный человек в области прямых продаж, он присоединился к нами именно потому, что он узнает, он понимает трендовость всего проекта. Естественно, по этой же причине Hitesh развивает этот бизнес, по той же причине многие из вас, международные лидеры, международная компания, команда присутствует сейчас здесь, потому что вы понимаете, что у нас есть все для того, чтобы сделать устойчивый долгосрочный бизнес. And this is why it's very important that you all do some very simple homework. Today, make sure that you watch your training videos, even if you don't understand everything. Make sure you watch them for your training tomorrow with Bill, so you can ask questions, so you can get answers, and you can get started and start becoming successful very quickly. And at the same time, I'll wait for the same time stuff afterwards. Maya, go ahead. Thank you. Именно поэтому очень важно, чтобы вы также выполняли работу. Почему? Для того, чтобы завтра быть готовым к тренингу, который предоставит вам Билл, пожалуйста, посмотрите мастер-классы, посмотрите тренинги. Даже если вы не понимаете, посмотрите, составьте вопросы, чтобы быть готовым к завтрашней работе. Don't miss this opportunity, because now we have so much growth happening in Russia, so many teams building in Russia. It's very important that you all take the initiative, take advantage of the special positioning you've had. You're the only ones who have been able to be in here. You've not been rebuilt. You've gotten a lot of time and a lot of input with us, and now you can capitalize on that and start building very aggressively and very strongly over the next 3, 6, 9 months. To really, really turn this into something life-changing for yourself and for all of your teams. И, конечно же, мне бы хотелось, чтобы вы со всей серьезностью использовали эту возможность, потому что то, что сейчас происходит, рынок стартует, действительно, не пропустите эту возможность, используйте это преимущество, которое сейчас есть для вас, все мастер-классы, которые мы проводим непосредственно для вас, Примите, сделайте инициативу, возьмите первый шаг, делайте домашнее задание, и чтобы в последующие 4-6 месяцев замечательно, можно сказать, серьезно, сильно развить свой бизнес так, чтобы произошли действительно жизненные изменения. So, Ken, if you are ready with the presentation, if you have the PowerPoint, I'd like you to continue, and I would like to maybe have Alexei also share some of his interactions with us, some of the results that he has had, and what he's seeing happening with his big leaders as well. Absolutely, Hitesh. Alexei, do you want to come on first, and then I'll go over this special promotion that Hitesh approved for us? So, Ken, we've got some good news, and some, well, it's not bad news, Maya. The good news is, with very short notice, this web space is absolutely full to capacity. The bad news is, Alexei had a computer problem, and he cannot get back in the room. It's at capacity. So Alexei will not be with us, but we will have another call in the near future where he will be able to give us some updates. Wonderful. Just let me translate so people understand what's going on. Извиняется Кен, Хитеш хотел представить Алексея Фомина, чтобы он поделился своими результатами, рассказал о своих уже успехах, но, к сожалению или к счастью, за очень короткое время наша комната вебинарная сейчас достигла максимальных своих возможностей, и что-то произошло, Алексей с компьютером, ему пришлось выйти, и сейчас он, к сожалению, не сможет обратно зайти. Мы проведем другой звонок, где сможем услышать его историю. But Alexei did pass a message on to me to give to Hitesh and to all of you. Мы услышим от Алексея в ближайшее время, в другой раз. He said thank you very much to Hitesh for all the tremendous updates and wanted me to give Hitesh a hug. And he said thank you to all of you for all of the hard work and attendance during this webinar.
К счастью, Алексей успел передать сообщение Джону, что он невероятно благодарен всей команде, благодарен корпоративной команде, в том числе за то, что они проводят этот разговор. И, конечно же, он бы хотел и продолжать быть сегодня с нами, но выражает огромную благодарность своей команде за то, что они присутствуют сейчас и просят передать... Да, просит прощения, что не может вернуться этот звонок. I'm not a hugger, but I appreciate the sentiment. Please go ahead. So, Ken, have you got these slides, or do you want me to open mine up? No, I've got, I found a couple of them here, so I'll run through the enhancements that we've done. Can you do you have a screen share option that you can see presently? Yep. All right. Please take it away, buddy. Let me know when you see the screen, John. We sure can. All right, excellent. All right, first of all, I'd like to apologize for not having these slides in Russian. В первую очередь, Джон хотел бы извиниться за то, что у него нет возможности показать вам слайды на русском языке. We had just gotten these done, but they will be translated, and I've just finished an entire compensation plan video training overview that will now be translated into Russian as well. Конечно же, эти слайды будут переведены на русском языке. И я сейчас закончил просмотр видео, которые будут направлены на тренинговые видео на русском языке. То есть в ближайшее время они будут воплощены. As you know, we have a very aggressive dual team bonus that pays out 10, 15, and 20% as you go up through the ranks. Как вы знаете, у нас замечательный есть бонус. Это бонус для двойной команды, если перевести конкретно. И где у вас будет замечательная возможность получать от 10 до 20% в зависимости от вашего уровня квалификации. Hitesh wanted us to really push a maximum amount of money into the first three ranks, builder, manager, and regional manager, which you see on the screen. И наша задача, особенно пожелание Hitesh'а было, чтобы максимально улучшить результаты для первых рангов, то есть для всех самых первых рангов квалификации. So as you can see, at the builder rank, you can earn up to $260 per week from the dual team. Manager is $760, and regional manager is $1,000. И вы видите, что при росте квалификации мы сможем, что builder, да, это самый начальный этап, в неделю можно зарабатывать $260, и дальше менеджер $760. Региональный менеджер 1000 и национальный менеджер $2000. Это конкретно непосредственно от этого бонуса двойной команды. Well, the good news is that's what used to be the most you could earn. Now we're doing the special pre-launch promotion for March, April, and May. Итак, раньше, как нам казалось, это самый лучший из возможных бонусов, лучшее предложение. Но перед запуском компании мы делаем специальный промоушен на ближайшие месяцы март, апрель и май. As you can see, for builder, manager and regional manager, we've increased significantly the weekly earning caps for those ranks. И как вы видите, специально благодаря этому специальному промоушену для самых начальных уровней квалификации мы увеличили еженедельные выплаты. In addition to that, the Infinity Pay, which all of you are familiar with, is an incredibly powerful piece of the Infinii Rewards Plan. И как вы дальше знаете, наше следующее по плану вознаграждению Infinity Pay это очень сильный способ получать доход. Это очень серьезный
серьезная возможность, которая предлагается вам по всему из всего плана квалификации, плана вознаграждений. Now this is based on your personal enrollment tree, and as you can see, you begin to earn Infinity Pay at the rank of director, and can earn up to $200 a week on each of your personally sponsored partners and their entire teams. По плану выплат, который предлагает Infinity Pay, вы видите, что уже с квалификацией, уже с ранга директора, вы сможете получать от $200 за каждого партнера, которого вы приведете в бизнес. This is a very substantial earning generator for everyone, and as you can see, director is $200 a week, senior director is $500, and executive director is $1,200 a week. And I'd like you to remember those numbers. И хочу, чтобы вы обратили внимание на эти цифры, да, уже $200, $500. И 1200, $3,500, это то, что еженедельно выплачивается за уровни квалификации. So what we've done during the pre-launch is that Hitesh has actually added the national manager rank to Infinity Pay during this promotion, so that now the national manager can earn what the director previously earned on weekly caps. И благодаря промоушену, специальному промоушену, мы видим, что мы добавили национального менеджера на выплату. Сейчас, извиняюсь, вот эта разница, еженедельная разница будет добавлена, национальный менеджер, который сейчас получает еженедельную выплату $200, что раньше предназначалось для квалификации директор. And as you can also see, not only did we add national manager, but we significantly increased the payout for director by $300 more each week to a total of $500. Senior director is now $1,000 per week per line of lineage, and executive director is now $2,000. И вы можете видеть, что специально для квалификации для ранга директор, senior director и executive director было увеличено, например, еженедельная выплата с $200 на $300. Видите, что senior director сейчас получает уже 1000, и executive director $2000 еженедельный выплат. Now it's important to remember Infinity Pay. You can earn up to that weekly amount on each line of separate personal enrollment tree. Meaning, if you had sponsored 5 people, and those 5 people had each built teams, you could at the director level, you could earn up to $2,500 a week off of those, because it's $500 per each team. I just want to make sure there's clarity on that. И для того, чтобы, как, sorry, one second. Для того, чтобы лучше понять, как это работает, я приведу такой пример. Если вы привели в бизнес, если вы лично спонсировали 5 человек, и ваша команда из 5 человек дальше выращивает свою, растит свой бизнес, приводит новых партнеров. И за каждый уровень, за глубину вы будете получать ежедневно, уже с ранга директора вы будете еженедельно получать $500 за каждую уровень глубины вами приведенных партнеров, которые построили свою команду. Everyone on this call today can certainly achieve the rank of national manager and begin participating in this. I can't stress enough how significant it is that the national manager has been added to the Infinity Pay qualification during this pre-launch promotion. И, конечно, хочу обратить еще раз ваше внимание на то, что по плану вознаграждения Infinity Pay является очень серьезным источником дохода. И я уверен в том, что каждый находящийся, присутствующий сегодня на этом вебинаре, в этом звонке, может достичь квалификации национальный менеджер и получать деньги, получать преимущества от этого плана вознаграждения.
As we look to launching our initial European introduction tour, which is coming up here over the course of the next 5 to 8 weeks, we want to see a whole bunch of income testimonies coming from the Russian team, the Ukrainian teams, German teams, everybody. И так как мы будем проводить специальный тур, европейский тур, ближайшие 8 недель по Европе, я хотел бы, чтобы на этих мероприятиях большое количество команд из Украины, России и других стран показали уже свои результаты, поделились своими достижениями благодаря этому промоушену. As Hitesh had mentioned before, There hasn't been any rebuilding, of the team. And as that starts back in now, all of you are going to see all that volume come up, and everybody's going to very quickly start to see some significant incomes being earned. И что самое примечательное, это то, что на европейском рынке у нас огромное количество новых партнеров, и благодаря этому, так мы не перестраивали бизнес, мы видим невероятный рост именно на этом рынке, именно благодаря тем новшествам, которые мы сейчас приводим, и благодаря в последующие несколько месяцев. While I look at the members' names that are on this call today, I see right now at least 10 people that I know that have earned over $8,000, as high as over $40,000. So there's a lot of congratulations that the executive team would like to tell all of you for being able to accomplish this. И, конечно, когда я смотрю на присутствующих в этом, смотрю на имена присутствующих в этом вебинаре сегодня, я конкретно знаю людей, которые заработали от 1000 и уже 40 тысяч долларов благодаря нашей компании. И это замечательно, потому что от лица нашей корпоративной команды я хочу выразить, что мы очень гордимся подобными результатами. But of course that is only the beginning, because with these new income earning caps being raised during this pre-launch promotion, we expect some of the new members that are on here, as well as some of the older team members who've been with us in the beginning, to really be able to see some significant earnings occur. And with that, I'd like to hand it back to Mr. John Kinnear. И, конечно же, благодаря этим новшествам, благодаря промоушену, который предстоит сейчас, и то, что компания сейчас уже выходит в стадию запуска, я вижу, что как новые, так и наши старые партнеры, которые присоединились к этому бизнесу ранее, что они смогут, вы сможете получить действительно невероятные результаты, используя вот эти способы получения дохода. Thanks very much, Ken. Thank you, Maya. Ken, could you take control of the screen and pull that up just one more moment? I just wanted to touch on that again really, really quickly. Thanks, buddy. Сейчас разговор переходит к Джону, и Джон хотел бы еще раз обсудить кое-какие моменты, связанные с планом вознаграждения, который только что обсуждался. As Ken was mentioning a moment ago, we do have some very significant, very successful Russian leaders. Как Кен уже говорил ранее, у нас действительно есть очень серьезные, очень важные лидеры русской команды. Now, some of those leaders have personally sponsored 20, 30, and even 40 people themselves. Эти лидеры, например, лично привели в бизнес, лично спонсировали 20-30 человек. So that means that they have created 20 or 30 or 40 separate lines of lineage in their Infinity Pay. Это значит, что если рассматривать Infinity Pay, это значит, что каждый из этих лидеров уже по
Прострол уже предоставляет 20, а то и 30 отдельных новых веток. So let's use 20 as an example. И давайте представим, что, например, конкретный лидер привел 20 человек. In this new promotion, I can earn a maximum of $500 per line of lineage. И если рассматривать конкретный пример, то мы можем заработать up to $5,000, sorry. Up to $500 per line. И благодаря этому промоушену вы видите, что можно заработать как минимум $500 от глубины каждой отдельной ветки. Now, this means I can earn up to $10,000 just from my Infinity Pay per week. И если рассматривать примеры, где мы спортировали 20 человек, это значит, что как минимум $10,000 в неделю я могу получать, используя, благодаря этому виду бонуса Infinity Pay. And this is as a director in our Infinity Rewards plan. И это если учитывать, что вы уже квалифицировались на ранг директора по плану вознаграждения. So let's quickly walk through and show you how this works. Мы сейчас быстро пройдемся по тому, как это работает. In this case, we're using an example of four personally sponsored people or four lines of lineage. Сейчас мы видим в этом примере у вас 4 лично спонсированных человека или 4 индивидуальных ветки. Now, what our system is programmed to do is each week it will look at every line of lineage and calculate the total business volume in each group. И наша система каждую неделю будет просматривать глубину, просчитывать глубину каждой отдельной ветки и смотреть, сколько это выходит в бизнес-волюме, в общем объеме. And then it will pay you 5% of that total business volume to infinity. There's no limit to how large that team can grow. И из этого исходит, что если учитывать, что здесь нет лимита, насколько большое может вырасти эта ветка, каждую неделю вы будете получать 5% от общего бизнес-объема. Now there's two things that are very important for you to understand. И здесь нужно понимать два важных момента. First, that this has never been done before in a legitimate or a real network marketing company. Во-первых, важно понимать, что ранее такого не было возможности делать что-либо подобное в легальных, законных компаниях. The second thing that's important to understand that director rank is still considered a beginner rank within our rewards plan. И тут также важно помнить, что ранг директора, квалификация директор, это одна из начальных ступеней по плану выплат. And we have reset our 90-day director clock back to February the 15th. I didn't understand that. So we have a 90-day director promotion. It's an extra $10,000 right. promotion. And we reset the clock back to February 15th. What it means is everybody, Maya, regardless of when they joined, they have a full 3 months now to reach director. И мы сейчас, что мы сделали, мы также вернули промоушен, где за 90 дней, если вы добиваетесь, если вы проходите квалификацию директора, мы сейчас отвели время назад, скажем так, и с 15 февраля идет отчет этого 90-дневного процесса. То есть если с 15 февраля все те, кто стали, все новички, все желающие, которые хотят использовать эти 90 дней для достижения ранга директора, понимают, что уже опять-таки мы вернули время назад с 15 февраля.
We want to pay you these $10,000 90-day bonuses. Потому что наша задача, мы действительно хотим, чтобы вы получили этот бонус, $10,000, бонус 90 дней. So the last thing that I want to share with you is that if I was living in Russia, and if I was building Infinii, one of the things that I would be telling my friends is when I build this business, I can focus on what consumers are purchasing in any country around the world. Strong economy, weak economy. И что важно, что мы хотим сделать, это тот факт, что партнеры, которые присоединились к этому бизнесу и могли рассказывать свою историю, что присоединившись, выполнив квалификацию, теперь можете больше сконцентрироваться на том, что предлагает непосредственно компания, какие различные дальнейшие способы получения дохода мы предлагаем. Most of you know that I live in Canada. Как вы, возможно, знаете, я проживаю в Канаде. And the Canadian economy is struggling right now because we are a natural resource-based economy. И экономика Канады сейчас находится в затруднительном положении, так как мы являемся страной, где основной ресурс – это природные ресурсы. And we know that the Russian economy is also struggling right now for similar reasons. И мы также знаем, что российская экономика также подвержена такому же похожему экономическому кризису, стрессу, потому что мы находимся в странах природных ресурсов. I can promote Infinii to my friends not based on Canadian spending, but based on American spending with Amazon, or Japanese spending with Amazon, or Australian spending with Amazon. So this creates a lot of security for you in building a global Infinii business. И что примечательно, то что я основываю свой бизнес не на экономике Канады или не на экономике России, например, а тот факт, что мы действительно можем использовать потенциал глобального рынка, мы можем смотреть, какая покупательская возможность в Америке, в Японии, в Австралии и так далее. Действительно, строить международный бизнес без риска, без учета непосредственно экономической проблемы в конкретной стране. And this strategic advantage that Infinii has is never going to go away. И это стратегическое преимущество, которое есть у Infinii, оно никогда себя не полностью не использует. In fact, over the next 5 and 10 years, it's only going to get stronger. Более того, в последующие 5-10 дней вот это преимущество, оно станет только еще более крепким. E-commerce is the future. Hey, guys. Yeah. John, just one second, guys. We're actually about an hour and 15 minutes in. I want to do something very important before we continue. I want to make sure that everybody registers for the special Russian training tomorrow. Прежде чем мы будем продолжать разговор, sorry, please continue. I will translate. Go ahead. Хитош хотел. Okay. So I am going to. Please continue. Sorry. Yeah, so I'm going to put the link for the. It's okay. I'm going to put the link for the webinar training for tomorrow in the chat box of this webinar. So everybody needs to look at their chat. They should have now received a webinar link in the chat with GoToWebinar where they ask questions and everything else. They should have a link to GoToWebinar with a webinar for tomorrow at 7 p.m. Moscow time, and make sure everybody registers for it. You will be able to see how e-commerce works, how members are making money with it. You will be able to ask any questions you have, and there will be very specific solutions for European and Russian teams.
И хотела сейчас, Хитеш, обязательно напомнить всем, что завтрашний тренинг очень важный, и поэтому в чате он бросил ссылку на этот вебинар. Обязательно пройдите по ссылке, обязательно зарегистрируйтесь, потому что будут предложены, это не конкретный тренинг, конкретные навыки, которые необходимы будут вам для дальнейшей работы. So please go to that chat and get that link, register yourself. Yep. Поэтому, пожалуйста, перейдите в чат. Okay, and now, и... please. Do we need to copy the link? Do we need to save it somewhere aside? They can just click on the link, and it will, again, actually, if you have the screen, or John, if you have, whoever has the screen, if you can click on the link in your chat box and show them what it looks like. Go to webinar chat. Если вы зайдете в чат, и вы увидите ссылку, если нажав на эту ссылку, вы сможете зарегистрироваться на завтрашнее мероприятие. Yeah, click on your go to webinar flower, your blue flower, Ken. Perfect. There you go. And that is the link that you will see. And just go ahead and register on there, like you would for any other webinar, and we will see you tomorrow on there. Поэтому, пожалуйста, обязательно перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь на завтрашнее мероприятие. Это очень важный тренинг для русскоговорящих команд. So with that, and I have another meeting that I need to go for. So I'm going to drop out. John, Ken, please continue. You're all in wonderful hands. And I'm just going to try saying this. Zama Shatel no Govorit Swami. I don't know if I nailed it. Хитеш на самом деле сейчас переходит на другую встречу, поэтому он на данный момент со всеми прощается и передает слово Кену и Джону для продолжения этого звонка. Thank you, Хитеш. That sounded fantastic. So listen, we're going to wrap up now. I want to thank everybody very much for your attention. This has been over an hour now, and we still have virtually everyone with us. I know it's getting late for you, so we will wrap up now. Сейчас я хотел бы подвести этот звонок к заключению, потому что мы уже все вместе с вами говорим более часа, разговор длится уже более часа, и я рад тому, что большинство участников до сих пор с нами. Я знаю, что у нас сейчас разное время суток, и у вас уже достаточно поздно. We've had an opportunity to celebrate Russian success with Infinii. У нас уже есть возможность праздновать успех российского рынка с Infinii. But we were looking forward to celebrating much more success. Но мы с нетерпением ждем того момента, когда мы сможем действительно на полную насладиться успехом. Ken, any final words? Okay, so with that, I want to thank you very much, Maya. Thank you, Bill. Thank you, Ken. Thank you, Tesh. And thank you to all of you who are listening. Thank you to all of you who are building. We are very much excited and looking forward to a bright future with our Russian family. Сейчас я хотел бы поблагодарить всех, кто, естественно, нашу корпоративную команду и Кена, и Билла, и Хитеша за то, что они присутствовали на этом звонке. И, естественно, хочу поблагодарить лидеров и других наших партнеров. Мы очень гордимся тем, что мы работаем вместе. My name is John Kinnear, and I look forward to speaking with you all soon. Меня зовут Джон Кинер, я с нетерпением жду нашей следующей встречи. Have a good rest. Всем приятного отдыха, хорошего вечера. Thank you very much. Thanks, Maya. Thank you.